Як я сказав, 7 років тому розпочалася антитерористична операція, а за 7 років в Україні змінився президент, головнокомандувач Збройних сил, вже четвертий міністр оборони та нове скликання Верховної Ради. На початку каденції Володимир Зеленський заявив, що кожен із нас президент. І ми поцікавилися в народних депутатів, які кроки б вони зробили на місці президента для завершення конфлікту на Донбасі. Увага на екран. Це дуже складне питання. Це найскладніше питання, яке можна задати будь-якій людині в світі. Це дуже складне питання, знаєте. Питання і справді непросте, бо воно стосується війни на сході України. А бути президентом в таких умовах ще важче. Від тебе чекають рішучих дій і доводиться терпіти шквал критики. А що пробили народні депутати, які опинилися на місці президента? Якби ви були президентом України, що б зробили, аби завершити війну на Донбасі? Це те ж саме, що робить президент Зеленський. Перш за все, потрібно залучати сильних міжнародних партнерів. Я вважаю, що зараз Сполучені Штати та Британія – це саме ті країни, які нам потрібні в перемовинах з Росією для того, щоб дотиснути Росію і закінчити війну. США, Канада, країни НАТО, Туреччина, Франція. Потрібно використати все, щоб Путін зрозумів, що не буде, як у 2014 році, глибокої стурбованості. Найперші кроки, напевно, були би це спілкування з лідерами тих країн, які подолали подібні конфлікти. В першу чергу навести діалог з непідконтрольною територією для того, щоб люди показали самі, що вони хочуть повернутися в Україну. Треба зробити все, щоб не було війни, щоб в Україні українці один одного не вбивали. Тобто треба просто виконувати Конституцію України і бути гарантом Конституції. Не все так просто, як вбачаєте, сидячи перед телевізором. Давайте будемо довіряти тому, що робить президент, і всіляко допомагати і підтримувати його в цьому. Депутати праві в тому, що це дуже складне питання, і допомагати президенту потрібно. Це такий простий вопрос, проще паріної репи. Так. Мені нравится, конечно, Николай Тищенко, вот он гений, реально. Правильно сказав, надо делать все то, что делает президент. Угу. Значит, что бы делал я? Так. Понимая, что Путин не отстанет от Украины, понимая, что Крым и Донбасс могут вернуться в Украину только вследствие следующих действий. Первое. Развал России и восстановление международного права. Ну, нам ждать развала России, может, она завтра развалится, а может, не развалится вообще. Кто их знает? Второе. Наступление украинской армии на Крым и Донбасс, ну, похороним ребят лучших, и этим закончится. Это не подходит нам. Третье. Самый простой путь. Да, надеяться. Третье, можно сказать, понадеяться на Соединенные Штаты, на Евросоюз. Вот они сейчас врубят все санкции, они сейчас загонят Путина. Я бы тоже на это не надеялся. Что я бы делал? Я бы... Первое. Наладил бы такую экономику в стране, чтобы Крым и Донбасс смотрели на Украину и облизывались. Потому что не хотят обычно вернуться туда, где плохо. Угу. Хотят вернуться туда, где хорошо. И вообще все хотят туда, где хорошо. Не случайно же люди так хотят уехать в Америку и чего-то не очень хотят уехать в Ботсвану. Ну не случайно же. Поэтому единственный путь – это мощные реформы и преобразования в экономике. Начали бороться с контрабандистами? Доведите до конца борьбу с коррупцией. 37 миллиардов выведите из тени, пустите в экономику, дайте людям возможности, защитите собственность, посадите коррупционеров, наглядно посадите, без всяких залогов. Военное время, как сказал Смешко, приравнивается коррупция к измене родине. Приравняйте, посадите, дайте 37 миллиардов на оживление экономики, и тогда люди же не идиоты в Крыму, на Донбассе, они начнут смотреть. Смотрите, что в Украине происходит, какой рост. С Украины начнут писать родственники и знакомые, да у нас тут вообще страна возможностей, у нас тут строятся дороги, у нас тут денег полно и так далее. Вот, тогда будет другое, тогда они скажут, а что мы тут забыли в этой России? Угу. Вот так надо подходить, а не надеяться опять на Ивана да на Петра.
Ни Иван, ни Петр не придут на помощь. Никто Украине не придет на помощь, кроме самой Украины. Начинать надо с себя. Ще одна тема в продовженні нашої, про, там і буде про людей, які хоч захотіли поїхати з Росії на деякий Кстати, час. Кстати, извините, пожалуйста, вот опять-таки по Криму, да, мы затронули Крым. Украина отключила воду. Сделала совершенно правильно, потому что по всем законам военного времени за оккупированную территорию и жизнь на ней отвечают оккупанты, те, кто оккупировали территорию. Но опять-таки... У меня предложение есть, официальное предложение. Вот что мне пришло в голову. Я считаю, во-первых, давайте говорить так, в Крыму граждане Украины, это же наши люди. То, что их сейчас захватили, это не значит, что они перестали быть нашими и перестали быть украинцами. Да, туда понаехали, как говорят, из Российской Федерации очень много людей. Россия усердно заселяет Крым своими гражданами, но там очень много наших граждан. Поэтому нужно организовать гуманитарные конвои, с питьевой водой, с украинской территории, обратиться официально к захватчикам, к Российской Федерации и сказать, Украина для поддержания жизни своих граждан хочет гуманитарными конвоями везти воду для украинцев в Крыму. Организовать эти конвои и поставить Россию перед фактом. Пускайте воду. Вы же хотели воду? Пускайте. Для ваших промышленных предприятий, для ваших оборонных объектов, для ваших санаториев и так далее. Дули. А что касается наших граждан, которым вода нужна, мы готовы их снабдить водой. Вот это государственный подход. Почему никто до сих пор этого подхода не выработал? Это мое дело думать об этом? Или дело государства? Или дело государственных чиновников? Ведь там же граждане Украины, зачем вы настраиваете их против себя? Я же не призываю дать воду оккупантам. Я призываю гуманитарным конвоям адресно возить украинцам питьевую воду. Угу. Дякую. Пролунало це в нашому ефірі. Я думаю, що це буде на шпальтах газет і буде обговорюватися в засобах масової інформації. Подивимось, Дмитре, на реакцію. В тому числі... Дуже багато уваги минулого тижня було приділено нашому ефіру. На всіх російських телеканалах обговорювали і у Соловйова, і у Скабєєвої. Василь Іванович, ви звізда, я знав це завжди. Ну, звісно. Мене цитували, це вас цитували, тому, я думаю, цей випуск теж не буде осторонь від цих ефірів. Я розпочав говорити про деяких росіян, які захотіли виїхати на деякий час з Росії. Це підводив до відпочинку в Туреччині, який в них скасовується. І ось чому. Тому що Росія зупиняє авіасполучення з Туреччиною, і політичного підґрунтя у припиненні авіасполучення між Росією і Туреччиною немає. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Мовляв, такі обмеження пов'язані лише зі спалахом захворюваності коронавірусом. Також він заперечив зв'язок із заявами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо України, який, нагадаю, виступив проти наростання напруги у Чорноморському регіоні, а також підтримав територіальну цілісність та суверенітет країни. Крім цього, Анкара пообіцяла передати Україні ударні безпілотники та боєприпаси. Вже за два дні Росія оголосила про припинення пасажирського авіасполучення з Туреччиною. Регулярні та чартерні рейси обмежать з 15 квітня до 1 червня. Виняток рейси для повернення росіян додому та поїздки, пов'язані з будівництвом атомної електростанції. Також на взаємній основі збережуть два рейси на тиждень з Москви до Стамбула і назад. Дмитро Ліч, давайте читати поміж строк, що зашифровано в цьому повідомленні. Тут не треба читати між строк. Во-первых, я приветствую роль Турції. Я з большим уваженням отношусь к этой стране. З большим уваженням. Эта страна, в отличие от многих других, показала, на что способно государство. Посмотрите, армия одна из сильнейших в мире. Турецкая армия очень боеспособна, мощна. Дальше. Многие были на курортах Турции. И я в том числе неоднократно. Страна, которая может создать такие курорты, уже вызывает уважение. Это потрясающе. То, что турки создали. И не только на территории Турции. Они строят везде. Дороги какие? Они строят у нас опять-таки дороги. Поэтому Турция – страна, вызывающая у меня глубокое уважение как государство.
И то, что лидер Турции Эрдоган так проявляет себя по отношению к Украине, дорогого стоит. Это наш сосед, это наш партнер и союзник. Что касается того, что Россия отменила рейсы в Турцию. Здесь два есть момента. Первый. Россия периодически хочет проучить Эрдогана. Кстати, Эрдоган – это очень мощный человек, который не побоялся, в том числе, если вы помните, несколько лет назад сбить российский самолет, бомбардировщик. Не побоялся. Поступил так, как считал нужным. Это признак настоящего лидера. Значит, Россия периодически то начинает всячески высказывать расположение к Эрдогану, то пытается унизить его. Например, я видел кадры, как Эрдогана Путин заставил ждать у себя в приемной в Кремле. Эрдоган неважно себя чувствовал и вынужден был ждать. Но россияне напрасно думают, что Эрдоган это забыл. У него хорошая память. Значит, первое. Опять призвать Эрдогана к порядку. Таким шагом Россия пытается. Второе. У России есть свои курорты. Курортами их назвать нельзя, потому что они находятся не в том состоянии, чтобы туда ездили россияне. Россияне почему-то не хотят туда ездить. Не хотят ездить в Сочи, тем более не ездят в оккупированные районы, такие как Крым, как Абхазия, контролирующиеся россиянами. Посмотрите, вот Россия украла у Грузии Абхазию. Посмотрите на это раздолбайство, которое царит там на прекрасных курортах. Слушайте, Гагра, Пицунда. Это шикарные места, шикарные. Я там был, я знаю, о чем я говорю. Запустение полное. Везде, куда приходит русский мир, все рушится. Они не способны создавать, они способны только рушить. Угу. Вот это у них получается хорошо. Поэтому русские не хотят, россияне не хотят ездить в Сочи, в Крым, в Абхазию. Они хотят ездить в Турцию, в Египет, в Туніс, там, на другие направления. В Египет они уже декілька років не мають можливості їздити. Ну, сейчас їздят. Ну, наскільки я знаю, ні. Зараз ні. Не їздят? Ні. Ну. Була інформація, що буде відновлено найближчим часом. Ну, значить, росіянам таким образом говорять. Нечего вам лазить где-то. Едьте вон в Сочи, в Крым едьте, и все будет хорошо. А сервис-то там разве можно сравнить с Турцией? Безумовно.